Торговый центр «Вегас Кунцево» Александр Крылов каждый день проезжает по пути на работу. Сегодня решил заехать, но не за покупками, а ради собственного здоровья. Здесь открыли 6-й пункт вакцинации от коронавируса. В необходимости прививки Александр не сомневается. У меня очень много друзей, знакомых вакцинировались еще на этапе испытаний, еще и в сентябре, в октябре, ноябре. Все себя прекрасно чувствуют, все, никто из них не заболел, все проходили тесты, у них есть антитела, и они всем рекомендуют вакцинироваться. Волонтеры помогают заполнить документы, снимают ксерокопии и провожают в кабинет. После проведения врачебного осмотра при отсутствии противопоказаний вводят первую дозу вакцины. Процедура быстрая и для здорового человека абсолютно безопасная. Если все-таки ваше здоровье такое, что вы сомневаетесь, можно вам делать прививку, то лучше приходить, конечно же, не в Вегас, а в стандартный постоянный пункт вакцинации, где мы можем вашу документацию первичную поднять, посмотреть. Тогда уже в режиме врачебной комиссии вам дать решение о прививке, можно или нет. Здесь вы приходите, условно говоря, без видимых явных каких-то осложнений, без противопоказаний. В Одинцовском округе это уже 6-й пункт вакцинации. Он будет работать 7 дней в неделю с 11 до 19 часов и сможет принимать до 300 человек в день. При необходимости часы работы пункта будут продлены. Хочу подчеркнуть, что вакцинация в нашей стране бесплатная и добровольная. Мы рады всех здесь встретить, сделать прививку. Наши сотрудники и медицинский персонал Одинцовской областной больницы на месте. Все уже готовы работать и создадут максимально комфортные условия для того, чтобы этот процесс происходил быстро, без каких-то западаний, в хорошей, уютной атмосфере. И даже те 20 минут, которые нужно будет после вакцины посидеть под наблюдением врача, я думаю, тут в центре тоже пройдут с максимальным комфортом и на позитиве. Всего в округе прививку от коронавируса сделали уже около 3500 человек. Защитить себя и своих близких – задача каждого из нас, уверены специалисты. Врачи, в свою очередь, делают все необходимое, чтобы вакцинация проходила максимально комфортно и безопасно. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».